В Югре продолжается экологическая акция «Помоги рыбе». Сегодня добровольцы выйдут на реки в Ханты-Мансийске, Лангепасе и Сургутском районе. Под руководством специалистов активисты пробурят лунки для улучшения процесса аэрации воды. Напомню, недели ранее в таком субботнике уже приняли участие около 1300 югорчан. Тогда акция состоялась в Сургуте, Нефтеуганске, Нижневартовске, Лангепасе, Мегионе, Нягане и Радужном.